купаться. Це ти вже спускаєш. Значить, дуже благодарний. Погоді, що зараз хороша погода, сонце, якраз вчора було холодно. Сьогодні ми утром іскупнулись і піднімаємося вверх кайки. Звісно, туча, може бути, буде дощ, але для того ми піднімаємося, щоб розвідати, що відбувається. Настроєння зараз хороше, немножко подустали, але це тільки предисловие. Що далі буде, буде все отлично. Між сном і тим, що сниться, між мною і чим я жив, по реке идет граница, нескончаемый разлив. И рекой неодолимой я свяжу издалека, вечно вдаль и вечно мимо, так же вечно, как река. И лишь чужой мне я видня, забывший обо мне давно. Есть все места, где нет меня, есть все, чего мне не дано. Нет, нет, ни сути, ни пути, ни знания, ни бытия. Мне только снится жизнь моя. Под чужим недолгим кровом я лишь место, где живу. Лишь засну, сменилось новым, просыпаюсь на плаву. И того, в ком я страдаю, с кем порвать я не могу. Снова спящим покидаю на пустынном берегу. Сгоревшее дерево, где одно видно был пожар. Обгорели стволы. Вот для чего люди охраняют все-таки природу от людей. Мир велик, река большая, путь свободен день и ночь. Но что-то мне понять мешает, что могло бы мне помочь. Звезды над рекою гаснут, тает сон моей судьбы. Я не знаю, был ли счастлив, да и я ли это был. И лишь чужой мне я видня, забывший обо мне давно. Есть все места, где нет меня, есть все, чего мне не дано. Мне нет ни сути, ни пути, ни знания, ни бытия. Мне только снится жизнь моя.
тропе очень красивые цветы обнаруживаются с обеих сторон. Поэтому тропа разделяет эту красоту. Что мы сделали? Мы решили зайти внутрь этой красоты. И что мы обнаружили? Сперва мы обнаружили огромное погорелое дерево, которое, по-видимому, было от пожара. В прошлом году. Мы спустились немножко здесь, и что мы обнаружили? Печальное зрелище. Огромное количество Погорелых деревьев. Но природа, как известно, восстанавливается, да нет, и поэтому это... новые деревья, новые кустарники растут на старом месте. Ага. Но для этого должны пройти годы. Сколько? Ну, не так, как у тебя, кажу. Ну да. Хорошая новость, если будете палить костер, дров здесь хватит на всех. И надолго. Что еще я пропустил? Под огромной температурой камни, которые когда-то были серые, как вы видите сейчас. Беленькие, без цвета извести. Снега или извести. Да, тогня. Ну что же, идем. Смотрите, о, горные смотри, пионы. Длиной этот лес далеко. Слышишь? Слалумную. Да. Да, снимайте меня, я еду. На лыжах. А я скорость буду создавать. Вон, смотрите, эти домики сверху. Вон впереди, где мы были. Вон, обсерватория. Ага. Вон, я снимаю сейчас эту обсерваторию. Камера дрожит. А вот баба. Радуется. А вот баба, смотрите, вот языческая. Шмель ушел черный. Черный, полностью весь. Да, все сгоревшее, видно. Тропа очень тяжелая сегодня в плане. Но темпа мы не сбавляем. Да. Так как нам надо идти. Ты посмотри, смотри, какое место, как из скалы растет. Ну что, обследуем? Надо идти в гору, иначе можно пропустить все. Для чего мы здесь? Горные котлы. Пойдем. Вот это горные белки, да? Да, белки. Обнаруживали пионы. Сначала подумали, что это тюльпаны, есть малиновые тюльпаны, но оказалось, это пионы. Их тут немного, но скоро будут расцветать. Такое вот место здесь. Дикими яблоками. Ну. Ну что, самчик, идем? Да. Что там нашел? Я люблю тебя. Жизнь. Ну вот, а вы боялись. Море. Кошка сверху видна. Вон она, кошечка.
Вот она, наша вершина. Рабочий? Газ есть? О, так сохрани. Не, ну все равно пригодится. Ты что, куришь, не куришь? Надо. Конечно, не надо. Ты же где-то в глубине души хочешь бросить. Ну. Ну что, Славка, интервью? Значит, еще прошли каких-то 20 минут, но в общем мы идем уже ровно 1:45, начиная с побережья моря. Осталось каких-то 200 метров. 200 мы... совершающих метров, и мы на финише. Вон он наш финиш. Наслаждаться красотами Айпетринской Яйлы. Переночую. Вот. Я очень хочу. Хочет переночевать? Да, я хочу на 3 дня здесь остаться, потом уйти без сознания и потом в школу не ходить. Ночью здесь кто-то будет выть, конечно, но раз желание есть остаться, уже значит и будет. Значит, мы тебя оставим, а сами сбегаем за подогревами вниз. Я всю жизнь хотел на Айпетри залезть или на Романтуру. А больше всего на Гаверну. Потому что это самая большая точка в Украине. Считай, что на Гаверну уже залез, на самом деле. Вот эта высота как раз вот как Гаверна, но я имею в виду, там чистого подъема столько же, сколько здесь. Просто не крупнее эти горы. Да, там... Нет, наоборот. Да. Не, Карпаты. Карпаты не такие. Карпаты, ты был в настоящих Карпатах? И... В том году. Тогда это не было настоящих лет. Видите? Ого, морские камушки.